И клиентов нормальных у нас не будет, пока ты не перестанешь валять дурака. Ну нельзя же быть таким безалаберным, в конце концов. Верка. Что? А зачем мне становиться серьезным? Я свободный человек, сам себе хозяин. Да и потом, симпатяга, добряк, истинный джентльмен и... Неблагодарная свинья. О боже, тетя, здравствуй! Отгрохал себе контору и хоть бы раз позвал на чашечку чая. Виноват. А, прошу вас. Ладно, я не сержусь. Сколько лет прошло? Да. Ты уже во взрослом мальчике играешь, сейчас в виду все такой же раздолбой? Ничего себе обставился. Скромненько, но со вкусом. Тетушка, это не я. Это вот Вера, мой секретарь и партнер в некотором роде. Познакомьтесь, Вера. Алевтина Игнатьевна. Вам, Вера, следует волосы зачесать гладко назад. Эти поэтические кудри вас простят. Ку-ку-ку. Тима, у меня к тебе серьезный разговор. Антерну. Тет-а-тет. Тетушка, присаживайся, пожалуйста, располагайся. Я буквально на секунду и буду в полном твоем распоряжении. Ну. Окей? Угу. Я быстро. Что, твоя тетка? Какая нахрен тетка? Мне скоро 90 лет. Это моя двоюродная бабушка. Ну так с детства повелось. Я ее тетей называл. Так, какого хрена она приперлась? Я ее лет 6 уже не видел. Ладно, пойду. Ну, удачи тебе. Да, она мне понадобится. С Богом. Да. Тетушка, я уже здесь, все улажено. И внимательно тебя слушаю. Выглядишь на все 100. Ну... 100 загнул. Мне всего 87. Да я не в этом смысле, тетя. Ну, потрясающе выглядишь. Ну, не ври. Хреново я выгляжу, и в этом все дело. Тима. Да. Я скоро помру. Да Господь с тобой. Что-то болит? Не перебивай. Извини. Сказала помру, значит помру. Я по ночам с Господом разговариваю. Он мне сказал, скоро в путь, готовься. Ага. Сопли и слюни распускать не буду, и другим не позволю. Правильно. Каждому свой век. Конечно, конечно. Делами разобралась, но кое в чем нужна твоя помощь. Моя? Да. А для тебя все что угодно, тетя. Так, возьми эту папку. И спрячь в надежное место. Сейф. Ага. У тебя есть сейф? Сейф! Есть! Вот он. Угу. А что тут? Копия моего завещания. А, понятно. Теть, а... Чё... В смысле, извини. Чё это у меня-то хранить? Есть специальные конторы, которые занимаются хранением таких бумаг. Да. Запомни, все юристы продажные твари. А, это точно. А почему тогда не у Гали или Аркадия? Ну, ты еще скажи с Мишенькой. Ну да, извини. Ты что, деток моих не знаешь? Ну, конечно, конечно. Не бойся, не клади. Я ведь не от маразма собираюсь помирать, да? Конечно, ну что, берешь завещание? А, ну, конечно, какой разговор. А ты что? Вот ключик. Еще не женился? Да нет, тетушка, Бог миловал. Пора, пора, пора. Дай-ка поврежу, куда кладешь. А вот сюда, тетенька. Вот сюда. Вот пусть и полежит. И запомни, моим обормотам об этом знать не надо. Всему свое время. Ясно? Да, куда уж яснее. А вот, кстати, ключик один и только меня. Так что не волнуйся. Да, кстати, дружочек. Да. Я и тебе кое-что хочу оставить. Так что, как призову, к смертному одру. Явись, сделай милость. Не вопрос, явлюсь. А неужто $1 миллион? А, размечтался паршивец. Ну так, было бы неплохо. Романтик. Ну? А, давай помогу, тетушка. А что ты на секретарше своей не женишься? Вроде приличная девица. А, да. Вот еще одна варежка, в смысле перчатка. В том все и дело, тетушка, что приличная. Понимаешь, не мой стиль. Не твой стиль? Да.
Ну, не хочешь на секретарше, так у меня есть на примете. Моя ученица. Ах, как интересно. Чудная девочка, чудная, да воспитанная, изящная и очень женственная. Но ведь сегодняшние куры, они ходят в штанах, курят, готовить совершенно не умеют. Моя не такова. Ну как? Я подумаю, тетя. Насчет секретарши. Думай, мыслите. Да, тетя, вот тут чемоданчик, сумочка, портфельчик, сумочка, пожалуйста. Веруня, мы уходим. Фу, вырванные годы. Чумовая у меня тетка. В смысле, это бабушка, сам запутался. Представляешь? Она тут помирать собралась. Ну, это вполне естественно. Ты же сам говорил, я 90. Да нет, ты не поняла. Она у меня железная бабулька. Она еще нас с тобой переживет. Да? Ты можешь себе представить, что она в прошлом балерина. Схоронила трех мужей, родила трех детей, которых вырастила звезда минувших поколений. А ты говоришь, 90. Она очень экстравагантная. Слушай, а зачем она к тебе приходила? Ну, если не секрет, конечно. Да, конечно, не секрет. Она принесла завещание, завещание сохранить от этих, от отпрысков. Кстати, надо посмотреть, что написано. Что за куш на кону? А она что, разрешила читать? Нет. Ну, мы одним глазком, ладно? Ну, Тим, ну, Тим. Да ладно тебе, господи. Ну, нехорошо, Тим. Так, ну что же, завещание. Город Москва, тра-та-та, я Кузина Рефтина Игнатьевна, ну и вот, черным по белому. Завещается квартира в равных долях Кузину Аркадию, Кузину Михаилу, Зарубиной Галине. Ну, квартира на троих, все по чесноку, никакого яблокораздора, в чем проблема, непонятно. Ну и хорошо. Да, они странные эти старики, как подумают о смерти, сразу начинаются какие-то похоронные настроения. Да, Веронь. Да. Она еще знает что? Она еще мне... Но тебе жениться посоветовала. А это ты в смысле рада, что ли? Я не пойму. Не знаю. В общем, я пошла. Да, понятно. Угу. А идея была неплохая. Сколько лет, сколько зим. Вот уж не ожидал тебя здесь увидеть. А? Какими судьбами? Давай, присаживайся. Слушай, 100 лет вас всех не видел. Как там Галя, как Мишка?
Ну, рассказывай, что ты молчишь? Будьте любезны, нам грамм по 100 водочки и грибочки. Хорошо. Ну? Чё ты молчишь-то, Аркаш? Я ж тебя спросил, часто здесь бываешь, а ты молчишь. Да, захожу периодически кофе попить. А, кофе? Я, да. Ага. Люблю это местечко. Понятно. Ну, кофе это для девчонок. Кофе там, пирожные. А мы сейчас с тобой как мужики накатим, да? Вот это сервис, да вот я... это скорость. Я не пью. А вот это уже подозрительно, Аркаш. Боишься лишнего сболтнуть? Да я... нет, что ты. Спасибо, красавица. Давай, дружок. Держи, держи. Будь здоров. Ну, давай, дружок. Рассказывай. Хотел что-то меня выяснить? Ну, так вот он я, весь твой, спрашивай. Да ничего я не хотел. Ну, раз ты не хотел, тогда я тебя поспрашиваю. Ну, если ты не против, конечно. Да, Тим, что ты ко мне пристал? Я уж не рад, что зашел. А, кстати, как кафе называется, Аркаш? Что? Оно... Не слышно. Что-то ты не договариваешь. А мне это очень не нравится, я начинаю раздражаться. А вот когда я становлюсь раздраженным, Маркаш, я превращаюсь в монстра. Да я слышал, что... Мать моя к тебе с утра заходила. Ну, заходила. И что? Чудная старушка. Потрещали мы с ней о том, о сём. Чего ж ты так занервничал, да, Аркаш? Сейчас от напряга и чётки свои порвёшь. Что тебя смущает, Аркадий? Да я думал, что она тебе вещицу одну отдала. А что, должна была? Я подумал просто. Ах, ты подумал? Ну и какого рода эта вещица? Ну так, старинная, безделушка одна. Пудреница. Да, Аркаш, следопыт из себя, прямо скажем, хреновый. Эй, красавица, сколько мы должны? 800. 800. Вот, спасибо, сдачи не надо. Спасибо. Слушай меня внимательно. За мной ходить не надо. Все равно разнюхать ничего не разнюхаешь. Только вляпаешься в неприятности. Да и сам погоришь. Так что вот так, Аркаш. Водку-то пей. Согревай. Будь здоров. Так. Не слабо. Твою мать. Фу.
здесь я. Господи, а что случилось? Здравствуй, Вер. Привет. Может быть, ты объяснишь, что произошло? Объяснить? Я сам ничего не понимаю. Сейф, как видишь, взломан. Замки вскрыты. А в офисе как будто после бомбежки. Что-то пропало? Теткино завещание испарилось вместе с пистолетом. Еще неизвестно, что хуже. Да. А следы ты не замел. Ну да. Он же не горничная. Торопился, наверное. Так. Тим. Да. Поди-ка сюда. Иду. Что? Смотри. Так. Размер 45, если не больше. А может, это твой дядя натоптал, как его, Аркадий? Аркаш со спины лет 15. Нет, это вряд ли его размерчик. А чей тогда? У тетушки есть еще один сын, он покрупнее. Угу. Да это может быть кто угодно из родственников, которые спят и видят, как можно быстрее бы тетушка улетела к верхним людям. Фу, гадость какая. Даже думать об этом не хочется. Давай-ка уберемся по-быстренькому. И забудем это как страшный сон. Угу. А может, ты позвонишь тетушке, а то как-то неудобно получилось. Обязательно позвоню, но позже. Угу. Пока меня подташнивает от всей этой семьи. Сейчас важно вот что. Вызови слесаря, пускай замки поменяет. И самое главное, напиши заявление о пропаже пистолета. Только дату не ставь. Хорошо, я все сделаю. Умница. И еще где-то у нас был фотоаппарат. Если его не украли, конечно. Надо бы запечатлеть лапу этого Кинг-Конга. Да, алло. Тимофей? Да, слушаю. Тимофей, это Галина. Мама хочет тебя видеть. Она при смерти. Да, хорошо, Галь, я приеду. Так, час от часу не легче. Блин. Привет. Привет. Уже все собрались. Только священника ждем. Ну, как она? Угу. Врача вызывали? Ну, что ты не знаешь ее характер. Уже 3 дня с кровати не встает. Вчера участкового вызвала, она после этого говорит, еще раз вызовешь, белых халатников прокляну. Здравствуйте. И смерти ее то не может без спектакля. Прискакал. Здесь вообще-то самые близкие собрались, кроме тебя. Здорово тебе, Михаил Петрович. Здорово, здорово. А это что за моль серая в углу сидит? Да, это сирота убогая. Снимать из жалости занималась. Понятно. Алексей, нотариус. Очень приятно. Тимофей, частный детектив. Извините, внучатый племянник. Ясненько, наслышан. Да? Как интересно. И от кого же вы наслышаны? Ну как же, Михаил Петрович рассказывал. Ах, ну да, конечно, Михаил Петрович. А вы, значит, сыщик? Ну, выходит так. Интересная, наверное, профессия. О, вы знаете, очень. И вот, значит, в рабочий день приехали к Алевтине Игнатьевне. Вы не в курсе, что она собралась вам завещать? Вы знаете, понятия не имею. Хотела что-то оставить на память. Ясно. Вот так. Живешь, живешь. И ни с того, ни с сего. Да, и не говорите. Прям-таки на пике жизненных сил.
Батюшка Афанасий. День добрый. Пойдемте. Алевтина Игнатьевна просит всех войти. Подлых мерзавцев, алчных идиотов и неудачников. Мам, ну зачем вы так? Мам, не умирай. Слава Богу, завещание я успела составить. Не волнуйтесь, вы получите наследство. А сейчас пойдите вон. Иди вон, пусть останутся Милочка и Тимоша. Хорошо. Пусть останутся Милочка и Тимоша. Тимоша, да, тетушка. Подойди ко мне. Я очень рада, что среди этой семейки есть один нормальный человек. Помни свою бабку. Ну, конечно. Я ведь к тебе всегда хорошо относилась. Я знаю. Вот тебе от меня на память. Возьми. Спасибо, тетушка. Живи честно. А теперь отойди. Но не уходи, пока я с ней не попрощаюсь. Хорошо, тетушка. Милочка, присядь, дитя мое. Вот тебе, девочка, от меня подарок. Нет, что вы. Как моей ученице... И единственному существу, которое я любила. Тима, да. Будь свидетелем. Это никому не надо показывать. Да, я понял, тетя. Эту пудреницу балерине Кшесинской подарил. Сам. Пойдемте, вам не нужно здесь быть. Пойдемте. Сам. Алевтина Игнатьевна уже на пути к Господу Богу. Скончалась. Я вызываю скорую. Да не суетись ты. Упокой, Господи, ее душу. Алексей! Да? Ну, давайте, зачитывайте завещание. Что, прямо сейчас? Ну, что тянуть-то, конечно. Простите, пожалуйста, Тимофей, вы меня не проводите? А вы уже уходите? Теперь мне больше нечего здесь делать. Конечно, провожу. Ваш? Да. Завещание. Пойдемте в гостиную. Правильно. Пошли. Ой,
Возьмите мою визитку, если вдруг что. Ну, что-то понадобится, я не знаю. Да неважно, просто звоните. Спасибо большое. Не стесняйтесь. Всего доброго. Будьте осторожны. До свидания. Завещание. Я, Кузина Алевтина Игнатьевна, находясь в здравом уме и трезвой памяти, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы ни находилось, я завещаю моему старшему сыну, кузину Михаилу Петровичу. Миша, Миша, что все это значит? Ладно, не суетись. Что это такое? Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне нотариусом разъяснено. Текст завещания записан с моих слов верно. А пудреница? Все мое имущество, какое ко дню моей смерти, окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы ни находилось. Значит, и пудреница тоже, уважаемая Галина. Стоп! А где пудреница? Галь, ну-ка дай ключ. Ладно. Что это значит, Галь? Что это такое? Я не понимаю. Слушайте. Я не знаю, кому мать отдала пудреницу, или кто ее спер у меня из-под носа, но я требую, чтобы ее сейчас же вернули мне. Я на нее имею все права по закону. Галя, и ты здесь тоже ошивался 3 дня, а, Галь? Да ты сам ее спер. Ладно. Ну, а ты, малохольный, значит, ты и спер. Ну, что будем делать? Да как ты смеешь? Чё? Ее нет у меня. Чё? А тебе бы? Тебе бы мать никогда такую вещь не завещала. Чё? Бери руки. Из квартиры, Галь. Из квартиры. Из квартиры ты все подстроил. Ну-ка, покажи мне завещание. Не извольте. Не извольте успокоиться, господа. Есть покажи мне завещание. Пудреницу, суки! Мы на тебя управу найдем. Да заткнись ты, корова. Я тебя засужу. Что ты делаешь, сучонок? Еще посмотрим, кто кому болеет. Что ты посмотришь, а? Мне, кандидату наук! Мне, кандидату! Кому? Или маникюрше и бывшему зэку! Пошел ты вон отсюда! Сявка зеленая! Можешь себе представить, Верка? Они хотели меня заставить выворачивать карманы, а сами чуть друг друга не перегрызли. Ну, а про то, что пудреница этой девочки досталась, ты, конечно же, не сказал им. Что ж, я монстр, что ли? Собственноручно отдать ее на растерзание этим чудовищам. Нет, не сказал. Ну, значит, что получается? Ты видел настоящее завещание. Ну? Но у тебя его выкрали прямо из-под носа, да еще вместе с пистолетом. Ну, значит, это сделал кто-то из них? В общем-то, вполне возможно. Но в любом случае очевидно, что Мишаня кинулась всех завещанием. В принципе, можно предположить, что он перевернул наш офис с ног на голову, но в то, что он взял пистолет, я верю с большим трудом. Мне кажется, он вообще побоялся бы к нему прикоснуться. Так что, по большому счету, ничего не понятно. Но одно я понял точно. Я добровольно отказываюсь от своих родственничков. Еще 100 раз задумаешься, заводить ли своих детей. А как же деточки? Пап, купи пирожных. Так я тебя об этом и толкую. Сначала, пап, купи пирожных, а потом они тебе за хлебные крошки глотку перережут. Ну, что скажешь. Ладно. Пудреница, блин, будь она неладна. Что это за пудреница? Ты, кстати, не знаешь, что это за балерина? Кшесинская. Ну, образованный ты наш. Да ладно.
Балерина Матильда Кшесинская. Это очень меняет дело. Любовница будущего царя Николая II. Ах, вот оно как. Да, а что? Это крайне меняет дело. Значит, выходит, у нашей девочки Милы в связи с этой штуковиной могут возникнуть очень серьезные проблемы. От общения с родней. Хотя. Тетку жалко. Ну ладно, пусть земля ей будет пухом. Твою мать. Да! Алло, это я, Галя. Слушай, ты мне нужен. Галь, ты как-то некорректно заходишь. Ты нужен мне как профессиональный легавый или сыщик. В общем, все равно. Я хочу тебя нанять, Тимофей. Приезжай завтра. Послушай, Галь, давай ты не будешь меня впутывать в ваши разборки, а? Приезжай ко мне в салон завтра, Тима. Получишь хорошие бабки в качестве аванса. Галь. Ты пойми меня правильно, здесь отказ, даже не в деньгах дело. Что? Отказа я не приму. Воля моей матери нарушена, и это надо исправить. Неужели ты вот так отвернешься от несправедливости? Если ты не приедешь завтра, будешь редкой скотиной и сволочью. Черт. Ну, в общем, да. Пусть земля тебя будет пухом. Здравствуйте, девушки. Коготки точите? Прекрасно. А вы не отвлекайтесь. Вы скажите мне, где хозяйку можно разыскать? Там. Это вот за этой милой дверкой, да? Спасибо. Работайте, работайте. Присаживайтесь, в ногах, правда, нет. Вот, собственно, $3000. И это всего лишь за то, ага, что ты докажешь, что именно Мишка изменил завещание матери. И только? Да. Галин, скажи, а с чего ты так уверена, что это именно Мишаня изменил завещание матери? Уверена. Ну что, Аркаша рохля бесхребетная, что ли? Нереально. А этого гаденыша я обязательно хочу засадить за решетку. Ты знаешь, честно говоря, я и сам на Мишку грешил, но вот... Как-то неловко, согласись. Все-таки какой-никакой, а с родственник. Тимошенька, ну что ты мне тут городишь-то? Мишка взяточник. Ворюга. Ты думаешь, он свой колбасный заводик на честные доходы построил? Думаю, нет. От. А, кстати, скажи, пожалуйста, а вот Аркадий в пылу, так сказать, скандала назвал его бывшим зэком. Это он со злости или как? Нет. Нет. Просто Мишка за своей махинацией 2 года отсидел. Да ты что? Да, гад такой. Как интересно. Ну что, согласен? Тогда еще один вопрос. Угу. Скажи, пожалуйста, Галь, а что это вы так из-за этой безделушки все с ума посходили, что квартирный вопрос аж на второй план отошел? Что вам так далось, эта пудреница? Это вещь. У нас на черном рынке где-то... 500 000 стоит. Чего? Евро. Евро? Да, да. Не слабо. Вещь с автографом императора. Ух ты. Несет за собой не только ювелирную, но и историческую ценность. Ага. Дар любви Матильде Кшесинской. Ага. Балерунья известная. Слушай, что-то я в толк не возьму. А как она у Алевтины... Игнатьевна-то оказалась, а? Ну, так, по цепочке. Традиция. Учитель, ученица. Вот так. От Матильды к нашей матушке и... Понятно. Пришла. Мать всю жизнь прятала от нас ее. А в конечном итоге развела, как лохов.
А скажи-ка, пожалуйста, а чего это ты нам ничего не сказал, что мать эту пудреницу бледной Молли отдала? Ведь терпел, пока она за дверь не ушла, а? Вот что я тебе скажу, Галя. Неужели ты думаешь, что я добровольно, собственноручно отдам вам это несчастное создание на растерзание? Да. Ты мне лучше вот что скажи. Откуда ты узнала, что пудреница-то у нее, если не от меня? Священник. Раскололся, как только ты ушел. Как же это вы его кололи? По-разному. А он сначала говорил: нет, я ничего не видел, я ничего не знаю. Но потом мы, конечно, на него поднажали. Могу себе представить. Да. Да ладно, пудреница все равно из-под носа ушла. А вот 4 комнаты в центре — это хлеб. Поэтому я хочу вернуть квартиру. Или хотя бы поделить. Ну, по-честному, да? По-братски. Ага. Ну так что, работаем? Давай попробуем. Ну, с началом сотрудничества. Михаил Петрович, мое почтение. Здорово, Тимош. Ну, здорово, Михаил Петрович. Занятный у тебя способ здороваться. Да, ну вот это, считай, у меня стиль такой. Ага, стиль, значит. Ну, хорошо. Ну, валяй, выкладывай, что тебе моя сестренка напела. Сестрица-то? Да. Галя-то? Ага. Да я так просто заходил, маникюрчик на халяву сделать. Угу. Ты про маникюрчик-то мне не надо. Ага. Я этого не люблю. А вкус не спорит. Нарываешься, Тимош, да? Некоторым образом, да. Ага. Ну, смотри, не хочешь по-хорошему, может, по-плохому. По-плохому? А что тебе от меня надо-то? А вот что. Я вас всех насквозь вижу. Как в том анекдоте? Да. Ага. С Галкой снюхался, да? Хотите эту сироту убогую пристукнуть, а цацку мою, да? Фантазер ты, Михаил Петрович. У меня с Галей свои дела. Ишь ты. Ну да. Это какие ж? А, видишь ли, это профессиональная тайна. О. Я, как ты понимаешь, сыщик. Ага. И Галя попросила меня помочь ей в одном деле, ну, по-родственному. Кстати, по поводу цацки. Что же это за цацка? Че ты из себя идиот строишь, а? Заметно. Пудреница где? Ух ты, мать чистая, че ж так орешь? Что ты скажешь, не видал ее в глаза? Видал ее в глаза, видал. Видал пудреницу. Первый и последний раз. Как сейчас помню. Тетушка моя, ну, мама твоя, как раз то аккурат перед смертью было. Пудреницу эту вручила ученице своей. И меня попросила еще быть свидетелем того, что, мол, ей передаю, что проследил, и пудреница никуда типа от ученицы-то не ушла. Вот, собственно говоря, и все. Тимош! Да. Ты завещание-то слышал? Пудреница принадлежит мне по закону. А, завещание. Так, Михаил Петрович, я завещание не просто слышал. Я его даже видел. Ха-ха, ты не поверишь, мама-то твоя, тетушка моя, она вот как раз ко мне перед самой своей смертью и заходила. И принесла мне на сохранение завещание. Правда, не оригинал, копию. Вот, и прочитал я его внимательно, но вот сволочь какая-то помыла у меня его, понимаешь, человек нехороший. Ну и что там было в этом, в этой твоей копии настоящей? Ну... А там, ты знаешь, все было по-честному. Ага. Каждому отпрыску третья часть квартиры. Тебе, стало быть, Аркашке, брат твоему, ага, и сеструхе твоей Галине. Ну? Да, каждому из трех киндеров... Чин-чинарем. А вот про пудреницу, прости, Мишань, ни слова. Да, а вот если ты не знаешь, Тимош, так она перед самой смертью все завещание на меня переписала. Понимаешь? Да здорово, да, Мишань! Да! Да, конечно, переписала! Ты же у нее любимый сыночек-то был, правильно?
Я на тебе как любимому сыночку. Знаешь, куда? Переписала. Куда? Туда. А, значит, я могу идти? Да. Ну, так вот, я тебе хочу сказать, Тимош. Если ты нос свой будешь совать не туда, куда надо, я тебе его вместе с башкой твоей отверну. Доказательства нужны? Нет, доказательства не нужны. Я тебе верю на слово. А вопрос один есть. Мишань, скажи, а ты мне как будешь голову откручивать? Сначала нос открутишь, потом голову. Пошел в задницу! Голову, потом нос. Хеллоу! Тихо-тихо, не ломай машину. Дорогая. Счастливо, ребят. Берегите себя. Вот черт. Да, Веруль? Привет, Тим, ты куда пропал? Я звоню тебе, звоню. Да никуда я не пропал, все в порядке. Тут у меня просто переговоры были, немножко затянулись, пришлось телефон потише сделать. Понятно. А вот, а что у тебя? Слушай, Милочка твоя, ну, сиротка, но в больнице, ей голову раскроили. Что? Да, она звонила полчаса назад. Вчера вечером на нее напали, избили и ограбили. Пудреницу сперли? Так точно. Вот сукины дети, а? Вернее, просто суки. Прости, тетушка. Ладно, разберемся. Скоро буду. Давай, хорошо, пока. Давай, пока. Счастливо, ребят. Берегите себя. Вот черт. Да, Веруль? Привет, Тим. Ты куда пропал? Я звоню тебе, звоню. Да никуда я не пропал. Все в порядке. Тут у меня просто переговоры были, немножко затянулись, пришлось телефон потише сделать. Понятно. А вот, а что у тебя? Слушай, Милочка твоя, ну, сиротка, но в больнице, ей голову раскроили. Что? Да, она звонила полчаса назад. Вчера вечером на нее напали, избили и ограбили. Пудреницу сперли? Так точно. Вот сукины дети, а? Вернее, просто суки. Прости, тетушка. Ладно, разберемся. Скоро буду. Давай, хорошо, пока. Давай, пока. Мила. Милочка. Мила. Привет. Узнаешь меня? Как меня зовут? Тимофей. Вот отлично. Ну, как ты себя чувствуешь? Я помню, я один раз на репетиции поскользнулась и ногу сломала. Тогда больнее было. А сейчас ничего. Врачи говорят, 2 дня полежу, и домой можно будет. Да? Вот и хорошо. Вы меня извините, что я вам тогда позвонила. Правильно, что позвонила. А теперь давай попробуем вспомнить, что с тобой произошло. Ну, я помню, я шла домой. Угу. По глухому переулку. И меня кто-то по голове ударил. Сзади, наверное. Но потом я отключилась, упала. А когда очнулась, сумки не было. А в ней был подарок от Алевтины Игнатьевны. Она мне такую вещь доверила, а я ее не уберегла. Про вещь я знаю. Так, перестань немедленно, перестань. Вот только без слез. Я не могу, когда женщины плачут. У меня сейчас случится нервный припадок, и меня положат рядом с тобой на кровать. Давай еще раз попробуем вспомнить. Что-то конкретное. Может быть, ты что-то запомнила? Я, кажется, его видела. Того, кто стукнул. Он был толстый, и у него были усы. Вот как? Толстый и усы. Тебе это никого не напоминает? А вот мне напоминает Михаила, старшего сына Алевтины Игнатьевны. Тимофей, нельзя так плохо думать о людях. Так, ясно мне все с тобой. В этом мире нельзя быть святой. Ладно, сударыня, ты мне дала пищу для размышления, а теперь твоя задача – отдыхать и выздоравливать. Договорились? Тимофей. Да. Спасибо вам огромное. У меня в Москве больше нет никого. Мне некому было все это рассказать. Я так
виновата перед Алевтиной Игнатьевной. Перестань. Выздоравливай. Ладно? Это сейчас самое главное. И поверь, я этого дела так не оставлю. Давай, отдыхай. Договорились? Простите, не подскажете, где палата номер 24? Дальше по коридору. Спасибо. Так, еще один. Интересно, а этому что надо? Здравствуйте, батюшка. Какими судьбами? У вас здесь лечится кто-нибудь? Да. Прихожанка одна. Вот, приходил проведать, знаете ли. Ага, понимаю. А я иду, вижу, батюшка. Дай, думаю, поздороваюсь. А скажите, кстати, батюшка, а никто из моих родственников к вам не наведывался? Ну, не знаю, может быть, помолиться за помин души Алевтины Игнатьевны? Нет, вы знаете, из всей семьи одна Алевтина Игнатьевна в храм захаживала. Очень набожная. Да, вы знаете, так уж получилось, что любили-то ее по-настоящему только балерины и ученицы. А вы, кстати, не помните девочку молоденькую, ученицу ее? У смертного одра она как раз стояла. Нет, извините, мне в храм надо, дел много. Да, понимаю. Храни вас Бог. Спаси Господи, батюшка, спаси Господи. До скорой встречи. Понимаешь, Верунь, я своими глазами видел, как священник заходил в палату к Милочке. Но мне он в этом не признался. И вообще ведет себя крайне странно. То есть ты делаешь вывод, что священник причастен к ограблению Милочки? Да кто его знает, этого божьего человека? Но в любом случае, как-то очень все подозрительно. Да нет, я более чем уверен, что к ограблению он отношения не имеет. Но то, что не договаривает что-то, стопудово. Но если ориентироваться только на наличие усов, то, по-моему, больше всего подходит Михаил. Тоже мимо. Наше с ним вчерашнее свидание дает ему шаткое, но алиби. Да и потом, если пудреница у него, то какого хрена ему наезжать на меня и продолжать подозревать Галю? А ты не допускаешь мысли, что кто-то специально мог приклеить усы, чтобы подозрения упали либо на священника, либо на Михаила? Конечно, подозреваю. Я тебе скажу больше того. Я более чем уверен, что каждый из теткиных детей обладает достаточным количеством жадности, чтобы долбануть несчастную сиротку по башке и положить пудреницу себе в карман. Ты знаешь, мне кажется, что с ними надо быть поосторожней. Я и так предельно осторожен. Да и потом, я вооружен и очень опасен. А тебе мы купим газовый пистолет. Я же получил аванс от Гали. Да, кстати. Сдаю на личность, как дрессированный босс. Может быть, ты зря в это дело влез? Ну ладно, раз влез. Хотя эта Галина мне заочно не нравится. Не буди лихо, пока оно тихо. Угадай, кто к нам пришел. Галя. Здравствуй, Галочка. Тимофей, у меня ужасные новости. Что стряслось? Нам надо поговорить тет-а-тет. Обязательно. Да. Да, вот познакомьтесь. Вера, моя секретарша. Здрасте. Она сделает нам кофе, а ты пока проходи вон туда. Ага. Это Галя, Верунь. Ну да, я поняла. Угу. Сделай нам кофейку. Я пошел в клетку с тиграми, помолись за меня. А у нас есть мышьяк? Нет. Жалко, для таких случаев надо иметь. Хорошо. Давай я помогу тебе, может быть. Вешалка. Хорошо, присаживайся. Ага. Давай, вот так. Ну что ж, я весь внимание. Как говорит один мой товарищ, слушаю тебя внимательно ушами. Что случилось? Пудреница исчезла. Как? Ты представляешь, эта идиотка поперлась по темным дворам с драгоценностью в сумке. Ну, конечно, ее по башке трах. Да ты что? Забрали пудреницу, да. Кошмар, кто же это мог быть? Не знаю, только тот, кто знал, что у нее пудреница. Да. Погоди. Галь, если так рассуждать, то и мы с тобой можем попасть под подозрение. Нет. Почему? Потому что если бы пудреница была у меня, я бы сюда не пришла. Логично. Вот. А ты сам только что про это узнал? Точно. Ха! А если я вру? Да хватит тебе шутить-то. Это все Мишка. Мишка сволочь такая. Точно, Мишка, поддонок. Да. Завещание подмахнул раз. Ага. Квартиру прихыхыкал два. Ага. Девку ограбил три. Подонок. Тимофей. Да. Если ты найдешь пудреницу, угу, я дам тебе сверху 50 000 баксов.
$50 000? Да. Офигеть. Но прежде всего нужно Мишкину нотариуса поймать за хвост, расколоть его, и его же руками Мишку за горло, и он пудреницу отдаст. Он отдаст пудреницу. Ну, не мне тебя учить. Ты же в ментовской-то работал. Знаешь, как это делается? Конечно. 50 000. Да. Черт, 50 000. Бабки огромные. Но знаешь, Галин, найти улики, подтверждающие, что завещание поддельное, это, ты же понимаешь, одно. А вот возвращать вам вещь, которая должна принадлежать другому человеку, это совершенно другое. Так что увольте, я пас. Какой же ты дуралей. Да? Я предлагаю тебе реальные бабки. Ты знаешь, я своих слов не меняю. Нет, я тебе еще немножечко подбавлю. Еще немножечко? Да. Mm-mm. Не выйдет. В благородство решил поиграть, да? Ага. Но ведь ты же сам жалеть будешь. Я? Да. Да нет, ты об этом не волнуйся. Я жалеть-то точно не буду. Я, в принципе, никогда ни о чем не жалею, ни в характере. Ладно. С этой минуты про пудреницу забудь. Понял. Это не твоя забота. Отлично. Я сама разберусь. Хорошо. А вот Мишку в тюрьму засадить? Угу. Поможешь? Это ладно. Что-нибудь накопал? На Мишку-то? Да. Нет пока. Но я работаю, Галь. Ну да. А то деньги-то все любят брать. Работай. Работаю, есть. Кофе кто-то обещал. Извини, не успели. Я провожу. Ой, тесно-то как. А кофе? А что, тебе даже идет? Ничего себе, такая кающаяся грешница. Значит так, постарайся разнюхать, что из себя представляет батюшка, что он все-таки за фрукт. Ага. Ну и, разумеется, никоим образом себя не выдать. Это называется внедриться. Да, агент, это именно так и называется. Ну что же, без причины не стреляй. Угу. А я поеду к нотариусу и постараюсь его разговорить. Ну, наверное, все. Доброго здоровья. И тебе не хворать. А вы не подскажете, где мне можно свечки поставить? За упокой, за здравие. За упокой? У Христа распятого. А за здравие везде. У Богородицы, у всех святых. Угу. Я даже не знаю, как вам сказать. Ну, когда свечи поставишь, потом и поговорим. Да я не об этом. Вы знаете, я к вам из другого района переехала. И думаю, теперь к вам в церковь ходить. Вот хотела о батюшке вашем расспросить. Вот после службы сама к нему подойдешь и расспросишь. Маш, помоги мне суп вынести. Ну, я тут ничего не успела, у меня руки заняты. А давайте я помогу, можно? Да-да-да-да. Пойдем. Позвольте. Мужчина, у меня срочное дело. Что такое? По делу говорю. По делу. Здравствуйте, вы по записи или... Я к Алексею Ивановичу. Хорошо. А это вам. Ой. И вот спасибо, маленькая реклама. Знаете, некоторые ученые утверждают, что порция шоколада подчас заменяет порцию секса. Ой. Но лично я против всех этих подмен. Какой вы. Сейчас, одну минуточку. Конечно. Вам Тарасов. Проходите, пожалуйста, он вас ждет. Благодарю вас. Новенькая?
Помогать будешь? Буду. Ну, молодец. Ты давай миски мне подавай, а я разливать буду. Хорошо. Давайте. Вот. Следующую давай. Спасибо большое. Вот так вот. Спасибо. Ложку возьми. Давай. Ну, здравствуйте, дорогой вы мой, Алексей Иванович. А я знал, что вы придете. Да что вы. Чем могу быть полезен? Ну, для начала. Сколько стоят ваши услуги? Какие конкретно услуги вас интересуют? К примеру, сколько мне обойдется составление завещания? Не рановато ли? Засобирали. Нам, молодым, как говорится, еще жить да жить. Да, вы абсолютно правы. Вероятно, я не совсем точно выразился. Давайте попробуем еще раз. У меня есть клиент. И мой клиент располагает определенной суммой денег, в обмен на которую он хотел бы получить копию завещания Алевтины Игнатьевны. Завещание, которое, насколько мне известно, вы помогали ей составлять. Да, я работал над этим вопросом. А что, собственно? А то, уважаемый Алексей Иванович, я не буду играть с вами в игры, но дело в том, что Михаил Петрович, хотя давайте еще короче. Мне известно, что существует две версии тетушкиного завещания. Что вы на это скажете? Впервые слышу. Да что вы. Ну хорошо. В принципе, вы можете говорить все, что угодно. Но со своей стороны я просто обязан предложить вам перейти на другую сторону баррикад. Заметьте, добровольно. И сделать-то для этого нужно всего ничего. В обмен на достаточно приличную сумму денег передать мне копию настоящего завещания Алевтины Игнатьевны. Таким образом, избавив себя от тюремного заключения за подлог документов и взяточничества. Ну, как вам мое щедрое предложение, Алексей Иванович? Все это чушь, молодой человек. Да что вы. Я не понимаю, о чем вы говорите. Выйдите, пожалуйста, за дверь. Милейший Алексей Иванович, это ваше окончательное решение? Выйдите. Я еще не закончил. Ну что ж, не хотите по-хорошему, значит, будет по-другому. Выйдите. Безусловно, я выйду. А вот вы подсядете и очень надолго, поверьте. Всего доброго. Вот теперь рассказывай мне, кто ты, откуда, зачем в храм пришла? Меня Верой зовут, матушка. Меня Антонина. И что, прям правда? При храме хочешь жить? Ну, если честно, я для другого пришла. Я про одно дело разузнать хочу. Я, конечно, очень рада, что помогла, но... Ну, что ты оправдываешься? Тебя же никто не обвиняет, правда? Наоборот, большое тебе спасибо, что нам с обедом помогла. Спасибо, Господи, мать. Ну, давай, спрашивай, коль пришла. Понимаете, отец Афанасий недавно одну мою родственницу отпевал. Алевтину Игнатьевну, балерину. Может, помните такую? Да. Помню. Часто к нам в храм приходила. Станет там в уголочке, всю службу стоит. Заметная женщина, статная. Аж сколько ей? Под 90 поди. Приставилась она третьего дня. Упокой, Господи, душу ее грешную. Только знаешь, что, Вера, тебе скажу? Что-то нечисто в этом деле, кажется мне. Вот и я говорю. Дети-то ее за наследство будто с ума посходили. Угу. Меня на порог не пускают. А одну девочку, ученицу Алевтины Игнатьевны, даже кто-то в темном углу в переулке по голове ударил. Ой. Может, вы, матушка, слышали что? Нет, я ничего не слышала. Только вот что я тебе скажу. Что после того, как твоя родственница приставилась, отец-то мой Афанасий сам не свой стал ходить. Мучается, бледный весь. Может, гложет его что? И вам ничего не говорит? Нет, ничего он мне не говорит. Ой, боюсь, я знаешь чего. Как бы он там чего не увидел непотребного-то. А теперь ходит и мается. Вот в чем дело-то. Вот как страшно-то мне.
В общем, священник ведет себя очень странно. Как будто боится чего-то или совестью борется. А жена у него очень милая. Просто чудесная женщина. Знаешь, мне так стыдно было ей врать. Она ко мне со всей душой, а я... Верунь, работа есть работа. Да и потом, лично я знаю всего три надежных способа добыть информацию. Это вранье, пытки и... Совращение, конечно. Фу, какая испорченность. Откуда в тебе это, Верунь? Я имела в виду банальные бабки. Кстати, наш друг нотариус отказался брать деньги, но всем своим видом показывал, что к этому делу имеет непосредственное отношение. Да, и батюшка, как видно, каким-то боком причастен. Но только я не думаю, что это он Милочку ограбил. Думать пока рано, Верунь. Наш батюшка Афанасий еще та темная лошадка. Красивая жена, хороший приход и какая-то страшная тайна. Да, кстати, ты распечатала фотографии лапы нашего взломщика? Да, вот они. Давай их сюда. Завтра я наведаюсь к нашему колбасному кролику, которого мы подозреваем во всех смертных грехах. Михаилу? Ага. И с чем же ты собираешься к нему наведаться? С импровизацией, Верунь, с импровизацией. Если пудреница у него, то я это узнаю наверняка. О! Здорово, Михаил Петрович. Здорово. Я вижу, ты все в трауре. А я вижу, ты все борзеешь. Что тебе надо? Всего несколько минут твоего драгоценного времени. Войти можно? Нет. Что-то без звонка, выходной день, приперся. Ты знаешь, Михаил Петрович, я грешным делом подумал, что тебя заинтересует антикварная реликвия, причем из наследства твоей матушки. Но если нет, я найду кого-нибудь другого. Ну, подожди, ну, тихо. Ну, тебе можно, ну, что ты, ей-богу, ну, что ты как ребенок-то, ну. Пошутили. Доброе утро. Здравствуйте. Будете с нами завтракать? С удовольствием. Нет. Солнышко, мы позавтракаем на даче. Иди, собирайся. Как говорится, раньше сядем, а Тимоша, он торопится. Да, Тимош? Да я не особенно тороплюсь. Ну, значит, ты сироту все-таки обработал. В каком смысле? В прямом. А. И хорошо, что у тебя ума хватило прийти ко мне, а не к Каркашке с Галькой. Давай, цацку. Ну, ты, Михаил Петрович, какими-то прям шарадами изъясняешься. Ну, так. Сейчас. Вот, смотри. Вот она моя реликвия бесценная. Вот. Смотри, вот. Только вот сломан курочек. А здесь кременек вставляется. И вот... И, в принципе, наверное, может работать. Это что за дрянь? Это очень ценная вещь. Между прочим, мне твоя матушка перед самой своей смертью ее презентовала. И если бы не крайняя нужда, я никогда бы не решился ее продать. Пудреница где? А при чем здесь пудреница? У меня вот только больше ничего и нет. Я подумал, что если ты занимаешься предметами искусства, старины, то ты, как никто другой, должен купить у меня эту ценность. Ну, или, как минимум, просто подсказать, к кому мне обратиться. Что? Пудреница где? Да какая пудреница, Михаил Петрович? Господь с тобой, я... Слушай, ты идиот или ты прикидываешься? Я просто подумал, что у тебя есть связи, что есть антиквар знакомый, черный рынок. Ты приперся ко мне, вот этот хренотень мне впарить? Да. А ты о чем подумал? Вали отсюда, Тимоха. И чтоб ноги твоей в моем доме больше не было. Че ты все вынюхиваешь-то, гаденыш, а? Че ты... Что ты высматриваешь-то, а? Что тебе надо-то? Знаешь, Михаил Петрович, сказал бы сразу, не хочу покупать, и все. А что орать-то? Вот не ожидал от тебя. Вали, Тимох! Михаил Петрович, скажи, а мы завтракать не будем?
Ну хорошо, не будем. Я понял, не будем. А можно я хоть с супружницей твоей попрощаюсь? Валите муху от греха. Да ухожу я, ухожу. До свидания. Да не будете тут завтракать. Что ты копаешься? Миш, а давай сейчас по дороге заедем на Тверскую. Я там сумку видела одну. Купим? Там такая хорошая сумка. Этих сумок у тебя можно самим открыть Миш, магазин. Я хочу эту сумку. Ладно, тебе легче дать, чем объяснить, почему не дал. Идем. Спасибо. Счастья вашему дому. Пойдем к соседям. Очень интересный экспонат. И в довольно приличном состоянии. Да? Ваза, 18 век, Китай. Очень интересно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы знаете, меня интересуют экспонаты помоложе. Более того, отечественного производства. Ну, скажем, какая-нибудь дамская безделушка времен Николая II. Конкретнее, молодой человек. Пожалуйста. Пудреница с изображением балерины, инкрустированная драгоценными камнями. Нет, эта вещь мне не встречалась. Из интересующего вас периода у меня есть вот этот канделябр. Вторая половина 19 века. Ну, вы знаете, что я думаю, Никита Матвеевич? То, что вы знаете, гораздо больше, чем пытаетесь показать. Да и потом, я более чем уверен, что без вас не проходит ни одна маломальски значимая сделка. Ведь так?
Вообще-то я туговат на ухо, молодой человек. Вы подвиньте сюда поближе, чтобы я вас хорошо слышал. Весь внимание. Может, вы и правы относительно больших сделок. Все большое в этом мире совершается руками маленьких людей. Так что же вам нужно от меня? Вещь, о которой идет речь, краденая. А я в данной ситуации некоторым образом представляю закон. Так уж сложилось, что у меня достаточно серьезные связи в милиции. Да я полагаю, что вас уже спрашивали об этой пудренице, не так ли? Так вот, Никита Матвеевич, было бы разумным, если бы вы в первую очередь, если эта вещь всплывет на вашем горизонте, связались со мной. Вот моя визитка. Здесь есть номера телефонов. Позвольте дать вам совет, молодой человек. Пожалуйста. Если та вещь, о которой вы говорите, была украдена недавно, то советую вам поискать связи на черном рынке. Угу. Там она может всплыть скорее, чем в нашем почтенном бизнесе. Премного благодарен, Никита Матвеевич. И все-таки, если вдруг вам станет что-нибудь известно об этой пудренице, я вас очень прошу, позвоните. Заранее благодарен. Всего доброго. До свидания. Значит, это наша первая стоящая улика. Таким образом, мы точно знаем одно, что завещание подменил Михаил. Так. К тому же, мы можем привлечь его за взлом нашего офиса. Можем. Ну, это, я так понимаю, все, да? Не совсем. Насчет пудреницы. У нас есть два варианта. Первый. Мишка пудреницу не крал, но со своим подельником нотариусом он всячески пытается ее раздобыть. Я видел у нотариуса на столе визитку антиквара. Выходит, они только и ждут, когда вор выкинет ее на черный рынок. Так, а второй вариант? Вариант второй менее реалистичен, но, допустим, пудреницу спер Мишаня. И теперь со своим напарником они всячески пытаются ее самостоятельно реализовать. Но тогда Мишка полный идиот. Почему? Ну как почему? Как только они попытаются это сделать, Никита Матвеевич тут же сдаст мне его с потрохами. А что это ты так уверен? Все очень просто. Никита Матвеевич больше всего на свете ценит свою репутацию в этом мире. Угу. И мараться с ворованной вещью, как выражается мой родственничек Мишаня, цацкой, он точно не станет. Есть у меня в этой связи один старинный знакомый, правда, стрёмный, но на черном рынке достаточно влиятельный. Айвазовский, Айвазовский. Фамилия? Да не фамилии, нет, проходил у меня по делу об Айвазовском. Айвазовский, Айвазовский, Явзовский. Голова, думай. Думай, голова. Валера, точно, Валера. И по иронии судьбы, Валера белый, а маклер черный. И он мне должен. Я же его тогда отмазал с этим Айвазовским. Года три прошло. Самое время повстречаться. Правда, пить придется. Черт. Но ничего. Ради дела стоит. Короче, улик у нас выше крыши. Я думаю, разрулим. Но Мишаня крепко сел. Добрый вечер. Добрый. Вы столик заказывали, да? Да нет, братишка. Меня вроде как ждать должны. А вон тот крендель в черном костюме. А, да? Да я сам, брат. Позвольте, я сам. Спасибо. Здорово, Валера. Неплохо выглядишь. Решил в Котовского поиграть. Ты на себя-то давно в зеркало смотрел? Ну, давненько. Тарасов, сядь, пожалуйста. Ты загораживаешь мне все искусство. Аперитив сразу будете заказывать? Давай-ка вискарик тащи. Угу. Грамм 100 на первое, полтинник на второе. И убери ты меню с глаз долой, а то у меня с утра нервишки шалят.
То есть хочешь сказать, что ты, Тарасов, хреново зарабатываешь? Ну, не так хреново, как в бытность нашего с тобой знакомства. Как сейчас помню, ты у меня проходил по делу о Паленом Айвазовском. Эх, ты вспомнил, Тарасов. Твое здоровье. Когда же это было-то? Я сейчас совсем другим человеком стал. Ты знаешь, это заметно невооруженным глазом. Я, кстати, к тебе по поводу искусства. Есть у меня один вопросец. Ты ведь на черном рынке все знаешь? Смотря что тебя интересует. У меня есть информация, что скоро на рынке появится одна очень занятная вещица. Золотая пудреница с вензелем Николая II. Интересно. Очень даже интересно. Ну и? Вещицу это не так давно украли. Я думаю, что человек, который это сделал, вряд ли будет обращаться в какие-то официальные структуры. Скорее всего, будет пытаться сбыть ее или на черном рынке, или узкий круг коллекционеров-любителей. Поэтому я здесь. И ты хочешь, чтобы я забросил удочку? Да. В память о нашем с тобой старом друге Айвазовском. Сделаешь? Считай, что мы в расчете. То есть ты предлагаешь мне сделку? Именно, Валерочка. Именно. Я согласен. Хорошо. Я попытаюсь что-нибудь сделать. Сообщу тебе, как только что-нибудь узнаю. И мы в расчете. Зуб даю. Твое здоровье. Ну, расскажи. Ну, как прошло? Как прошло? Ну? Чертов бандюга, понимаешь? Ушлый, зараза. Но ничего. Я его сделал. Есть замечательная поговорка. Долг платежом красен. Вот. О, Господи. Что случилось? Там такси. Что такси? Там... Ну, расплатиться надо. За такси нужно расплатиться? Да, у меня просто денег не было. Я вам потом отдам. Велика проблема. Успокой ее как-нибудь. Я расплачусь. Иди сюда. Тебе чай сделать? Да. Хорошо. Сиди. Все в порядке? Да, все в порядке. Тим, посмотри на руки. Так, а это что такое? Вы меня извините. Перестаньте. Откуда у вас эти синяки? Я не понимаю, чего он от меня хочет. Позвольте полюбопытствовать. Кто он? Священник. Это его рук дело? Да, он вечно ходит за мной, берет за руки, просит, чтобы я ему в чем-то покаялась, что-то ему отдала. И я уже боюсь на улицу выйти. Помогите мне, пожалуйста. Так. Ну, хорошо. Вера, отвези ее домой. На моей машине ключи в ящике. А я сейчас этого святошу. Ты, кстати, узнала его адрес? Да, в Балашихе живет. Дом на окраине. Антонина сказала, улица правда, дом самый последний. Угу. Ну вот и славно. Возьму такси. Только вы его не бейте. Просто скажите, чтобы он меня не трогал. Не волнуйтесь. Разберемся. Все, я уехал, документы там. Хорошо. Напьешь чай и поедем, хорошо? Угу. Спасибо вам, Верочка. Езжайте домой, а то уже поздно. Ничего страшного. Ты, главное, постарайся успокоиться и заснуть, хорошо? Угу. А это кто? А это моя подруга, Олечка. Мы с ней вместе в детдоме в Твери были. И что же, у тебя больше никого нет? Никого. Поэтому я так и привязалась к Алевтине Игнатьевне.
Она ведь меня сама учить хотела. Как это? Ну, я с детства балетом занимаюсь. У меня даже кассета с записью «Лебединого озера» была. Потом я в кружок пошла. А год назад в Москву приехала. Ну, просто чтобы своими глазами настоящий балет увидеть. Ну, в общем, мне повезло, я уборщицей большой устроилась. За репетициями подглядывала. Там меня и заметила Алевтина Игнатьевна. Она сказала, у меня талант есть. Что у меня талант есть. Есть. Спи. Спи, спи, я сам открою. Что? Сейчас, сейчас, иду. Открываю, открываю уже. Доброй ночи, батюшка. И вам. 3 часа уже. Ну, чем могу быть полезен? И правда, 3 часа. Я вот заехал спросить, как по-вашему, рукоприкладство – это большой грех или нет? Какое рукоприкладство? О чем вы говорите-то? Может, хватит Ваньку валять? Я сам видел синяки на руках у Милы. Какие синяки? Кто ее посмел тронуть-то? Батюшка, может, хватит прикидываться идиотом? Еще раз предупреждаю. Или вы оставите девушку в покое, или я не посмотрю, что на вас ряса. Здравствуйте. Извините. А кто вы такой? Иди. Кто иди, это? Иди, иди, иди. А что вам надо? Иди, Тоня, спать. Уйдите, пожалуйста, отсюда, молодой человек. Уходите, пожалуйста. Я сейчас милицию позову, пожалуйста. Иди, иди, мы разберемся. Я ничего не поняла, что он говорил. Святой отец прекрасно знает, о чем я говорю. И очень надеюсь, что примет к сведению. Иначе? Что иначе? Да вы сами не понимаете. В любом случае, батюшка, я вас предупредил. Доброй ночи. Зараза.